Ежегодно на ремонт городских дорог из государственного бюджета тратится баснословное количество денег. Например, в этом году будет затрачено порядка 14 миллиардов тенге. Но улицы каждый год покрываются ямами и ухабами. Сегодня уже планируем завершить работу и открыть путь. Нижний слой асфальта, который мы проклали, 6 сантиметров, а верхний 4 сантиметра. В общем, гарантия его 3 года. Думаем, что так и прослужит. По словам руководства подрядной организации, здесь еще будет строиться тротуар. Общая протяженность отремонтированного участка дороги 1260 метров. Напомним, что улица Жанкожа Батыра – одна из оживленных автоартерий старой части города. Проезд тут был перекрыт больше месяца, тем самым создавал неудобства водителям и став причиной больших пробок в этом районе Актобе. Тамирис Жумабаева, Жаслан Жубаев, программа «Факт».